И чем ближе к завершению подходила работа над фильмом, тем больше во мне крепло желание предложить Чернавскому себя в качестве партнера, что я и сделал. Так родилась группа «Чума», но не через «У», а через «Ю». Чернавский Юрий, Матвей Анечкин. А сколько у вас человек в этой группе? Очень много. Два человека. Я и Чернавский. Все. Все. Третьего не нужно. Третьего, ребята, не Maybe she's searching for